Мне кажется, каждый год все больше и больше количество детей и людей задействовано в этом движении. Всегда. На всех с первого концерта. Со второго концерта мы активные участники работы фонда. Сегодня награждала уже и Чебаркуль, Южноуральск, помимо Копейска, Троицка, Миасса, как обычно, и так далее. По-своему, кажется, переживаешь и участвуешь во всем этом процессе. Эти люди, которые делают такие проекты, они вызывают восторг. Спасибо огромное за поддержку этого настоящего движения, которое называется «Андрюша». Поддержку талантливых детей Челябинска, Челябинской области.